Читаем книгу за книгой по Python, открываем исходный код, ничего не понимаем, открываем документацию, ничего не понимаем. Может, пора переосмыслить подход к программированию? Большинство людей, и у меня лет 15 назад, может, 12, читаю, ничего не понимаю. Вот мои рекомендации. Надо настроиться на 6 месяцев. Просто взять себя в руки и сказать: я это сделаю. Сосредоточиться на умении читать документацию и исходный код. Выработать систему работы с кодом правильную, которая будет вести к чтению исходного кода и документации. Сложить это все вместе. На основе документации исходного кода начать писать свой код. Перейдите по ссылке в описании. Посмотрите видео в начале страницы. Выбрать план ускоренного движения вверх. 12 тысяч в месяц. Получили задание, неделю делаем. Прислали. Обсудили ошибки, исправили, делаем. Все видео, которые будут записываться, будут доступны только лично вам. Никакого публичного доступа. Для начала перейдите по ссылке в описании и посмотрите видео. Какая у вас вообще стоит задача при изучении Python? Не стоит же задача прочитать книгу, и потом я стану программистом. А сидеть на курсах 40 часов. Большинство ребят такое получается. Сидел, выхожу, а в голове каша. А вы ставили задачу разбираться в исходном коде. А вы ставили задачу разбираться в документации. А вы ставили задачу соединить документацию и исходный код и написать свой код на основе того, что вы видите. А хотите поставить? Нужно просто переосмыслить подход к программированию. Задам простой вопрос. Читаем книгу. Я читаю, изучаю, буду программировать. У меня вопрос. Когда? Программирование изучается таким образом, что сегодня я понимаю параметры, послезавтра начинаю понимать больше, послезавтра еще больше, но это происходит постепенно и постоянно, а не потом когда-то, когда стоит конкретная цель – научиться разбираться в исходном коде и в документации. Зачем? Для того, чтобы писать свой собственный код. Просто настраиваемся и работаем. Результат будет.